Так, ты знаешь, как ты подготавливаешься и как ты выбираешь темп. Знаешь, да? А теперь ты должен почувствовать этот характер и стать тем человеком, который эту музыку сейчас будет исполнять. Тем персонажем. Все. И... Понимаешь? Ты можешь лайза играть? Ну, правая звучит. А здесь у нас криминалистические такие шаги. Да? А правая все равно должна какую-то иметь фразировку, потому что тебе... Я не понимаю, куда, что, где же она, фраза? Поехали. Нет, тише, тише, тише. Забыл, да? Еще разок. А, хорошо. Я хотела отсюда. Все построение идет таким образом. Один такт, второй, а теперь будет два. Окей? Понял? Попробуй. Рука. Набрал дыхание. Маленькая фраза. Важно не
длинную ноту, а проконтролировать вот эти две ноты. Не так. Понимаешь? Это всегда будет длинная. А вот эти... Понял, да? Можем соединить. Пожалуйста. Слава тебе, Господи. Поехали. Аккуратно с педалями, особенно на... Без педали. Ага, только не те ноты. Рука. Ты можешь... Первая фраза. Вторая. И третья. Большая. Давай еще разок. Пожалуйста. Готов? Какие-то танцевальные движения. И на носочках. У тебя немножечко танцор, я уж не знаю, какой такой, вот с таким пузом, с таких башмаках тяжелых. Постарайся элегантнее это сыграть. Смотри, ты дырку. И почему эта бедная рука осталась одна? Левая фингерпедаль. Окей? Ну, еще раз, было хорошо. Этот штрих прекрасно у тебя получается, но они у тебя без контроля пальцы. Они несут, и я боюсь, что вот здесь особенно будет вот такое вот. Ты должен знать метроном. Здесь вот прямо перед глазами у тебя. Вот этот пульс все время должен быть здесь. Понял? Понял или нет? Не так? Вот этот ритм должен быть, этот пульс музыки. Поехали. И. Окей. Сыграть легко и слышать де, де, це, де, де, до. Ты уж очень форсируешь этот звук. Я переживаю за твою левую руку. Слушай правую. И здесь только первый, пятый, первый, пятый, первый. Наоборот, пятый, первый, пятый, первый. Прости, я не то сказала.
Поехали. И это. Да? Тихонько, и правую тоже. Можно тихо сыграть. Чтобы ты эту вариацию сыграл просто так. Потому что, в общем-то, все знают именно эту тему из этой пассакали. Вот она самая известная, понимаешь? И просто пробежаться, ты должен сказать: ребята, послушайте, это же вот эта тема. О, посмотрите, какая это же красавица. О, и как я ее люблю. Понимаешь, а ты там вот. Что мы с вами будем кушать на обед? Наверное, картошка, мясо там какое-нибудь. Все равно. Поехали. А можно соединить? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ты знаешь, вот ты сыграл. Ага, тут надо красиво сыграть. Давай еще разок.